Сегодня в Уфе состоялся финал конкурса инновационных проектов программы «Путеводитель по инновациям 2.0». Программа проводится при поддержке российской венчурной компании фонда «Сколково» и организации региональной инновационной инфраструктуры. В финале конкурса представили 10 лучших инновационно-технологических проектов. Их отобрали эксперты по результатам демонстрационных дней, которые проходили в сентябре в Уфе. В республике программа работает с 2015 года. В ней участвуют авторы инновационных проектов на территории республики в любых отраслях без привязки к стадии реализации. Эксперты отмечают, что регион имеет серьезный потенциал в сфере инноваций. Однако от стадии идеи до ее практического воплощения доходят около 30%, а в реальный бизнес перерастают лишь от 3 до 5% проектов.